О, не надо этого делать. Я просто... Это будет для тебя. Маша, привет, привет. Зайди, пожалуйста, поближе к ветру. Да, да. Да, вот, вот. Ты не знаешь, куда парень, который пробил наш заказ, делся? Как? Вы прекрасны. Спасибо. А почему такой смех? Увидимся на YouTube. Что у нас, видите, всех милее, всех прекраснее. По-моему, они берут деньги, а продукты не дают. Да. Тоже это заметили? Это Москва. Мы тоже пару часиков ставим. Актеры? Театральные? Нет. Еще хуже. Хуже? Что хуже театрального? Химические? Я вам скажу на ушко. Что-что? А, искусствоведы? А культурология? О. Мифология? Не поражайтесь, не культурно. Давно это слово не культурно? Да, с самого рождения. Это наше? Это чье? Наверное, мои. А вы позже нас были. Давайте вам проверим. Да? А где же ваша? Как это так? А вот так вот. Ну, хотите, я вас угощу. Не, а вы что заказали? Я картошку, чизбургер. А, у нас шримпролл. А что это такое? Это что-то новенькое. Да? Он прям ваше готовится. Как готовится? Вы что, рекламируют? Любите что-то новенькое? Да. И любите сниматься? Нет, фотографироваться. Культурное слово. От искусствоведа. Да, да, да. Не ругайся. Угощайся. Юля, угощайся. Ладно, давайте. А вас как зовут? Я Маша. А меня Алексей. Очень приятно. Очень приятно. Грубченко, мы вас где-то видели. Да ну. Не исключено. А где мы могли вас видеть? О, где только вы меня могли не видеть. Так поздно гуляете? Я так поздно живу. А рано обычно что делать? Рано уже поздно. Спрашиваю. Поздно, чем рано. Мы как раз фильм смотрели на эту тему. Ну. Петля времени. Это что, типа петли Мёбиуса? Там надо было убить человека в прошлом, чтобы не встретиться в настоящем. Или в будущем. А, в будущем. Чтобы он в будущем не убил. И он исчез, да. Тут даже есть. А вы тоже коктейль взяли, да? Ну, приблизительно. Какой? Ванили. Вау. Слушай, нормально вообще нас так долго парят? Надо нового попросить. Хотя, в принципе, она в упаковке. Действительно. Ну, так и что за фильм? «Петля времени». Она похожа на петлю Мёбиуса. Так, это из «Матрицы», да? Нет? Нет, это был какой-то такой фильм про петлю Мёбиуса. Да разве не «Матрица»? Удаляйтесь от очереди. Извините, а то там вас обманут, да, дадут кому-нибудь другому. И убегут, кстати. Ладно, давай встанем. Через окно? Я так тебе. Разрекламируют, блин, и все. Что у нас тут? Какая гадость. Это не вкусно? Не кань. Ну что делать? Арбат, да? Приходится? Приходится давиться, да? То есть вы тоже каталогизируете моменты жизни, да? Да. В последнее время стали. Ну и как мимо все проходит. Получается? Ну, типа того.
Бэтмен. Ну, в темноте. Как-то да так. И ладно, потом что-нибудь придумаем. Там свет добавим, обработаем. А вы знаете, как обрабатывать видео? Так, сидим с руками. Может, посоветовать какой-нибудь хороший видеоредактор? Я вот ничего не понимаю. Я дальше по фотошопу не продвинулся. А фотошоп ты хорошо понимаешь? Ас? Ас? Фотошопа? Кстати, нам нужен такой человек. Ну, тогда это я. Реально ас фотошопа? Да. Дайте вашу визитку. Зачем визитки? Я вот здесь есть сам. Нам же не сейчас нужен фотошоп. Ну, так это, как говорится. Потом же. Завтра это будет проблематично. А завтра уже не ас фотошоп. Особенно с утра. Вот во второй половине дня, пожалуй. Во второй половине дня, да, можно? Окей. Угощайтесь. Не, уже все, спасибо. Да? Ждем свое. Нам могут кашу угостили. Да вообще. Было очень хорошо. Да, снимайте, пожалуйста. Чего вы такое умудрились заказать, что вам его не дают? А мы заказали, что новое меню. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Я попрошу. Я попрошу. Она сидит. До подводной съемки. Она еще не подводная? Да, еще в соленой воде можно, типа Red Sea. Души раздирающие. Такое впечатление, как будто попали в Мастера Маргариту. Ну, все здесь поблизости. Арбатские переулки. Садовая там. Какой-то там садовая. Нехорошая квартира. Да. С котом-бегемотом. И Азазала. Он же коровья. Корова, да. Меня каюсь иногда называют коровьем. Да ладно. Кто называет? Разные театральные. Барышни. Да. Театральные. Ну, было дело, поступал. Серьезно? Кто? Он показал фотокуфы. И как не повезло? Кто забраковал? Да нет, просто расхотелось. Знаете, такой анекдот? Нет. Ну, напрасно. Едет грузин с блондинкой в одном купе. О, а вот и еда. Ну, грузин. Представляешь, сделали один шоколадный коктейль. А, второй еще ждать? Ну, так вот, грузин, давай, значит... А, ты положила? Они забыли его пробить. А, да? Ну ладно, поделим. Так вот. Сейчас анекдот расскажешь, запишешь по пути. Грузин, давай к блондинке приставай. Грузин гонит. Да. Пристает. И вдруг как-то так что-то перестал приставать. Перестал? Грузин? Ну нам дружит. Да. Какой? А блондинка как-то так, ну... Недовольна, ей да? Обидно, ну, как-то вдруг взял да перестал. Ну, она, давай, думай, поддержу разговор. Смотрит у него на руке перстни. Перстных камней. Угу. Она такая, опал или стекло? Да нет, просто расхотелось. Стекло. Да, ну ты Алексей шутник. А то. Слушай, а ты рыжий, что ли? А что, незаметно? Он рыжий. А мы говорили на эту тему сегодня. А то одни брюнеты. Думаю, вот рыжих вообще уже не осталось. Шкучий брюнет. Грузин. Слушай, а ты из какого города? Я здесь родился, в Москве. Девочки. Да ладно, серьезно? С какого района тогда? Район дальний. Спальный. Бутово? Перебутово. Перебутово. Кузьминки? Не, подожди. Скорее всего, где-то север. Севера. Ярославка. Нет, Тимирязевка где-то там, Отрадное. Ярославочка, да. Савелов. Холодно. Вообще не туда? Нет, не вообще. Новогиреево? Ну, так тепленько, но не жарко. Речной вокзал? Теплее. А что теплее? Мы тишили речной вокзал. А вы, барышня, откуда? Я из Калининграда, с Прибалтики. О, Прибалтики. У меня, между прочим, прибалтийские корни есть. Не, ну с какого района колись?
А какая вам разница? Ну просто интересно. Да. О, оптика фаворит. О, фаворит. Все. Мы уезжаем. Уезжать? Да. Знакомство прервалось, так и не начавшись. Какая досада! Все, увидимся на Ютьюбе. Заходите в ВКонтакте. На Ютьюбе? Нет. Фейсбук. Фейсбук. Позвольте вашу ручку. Так, это, кстати, в качестве закрепления нашего знакомства. Мария, спасибо. Вы меня очаровали. Спасибо. Прекрасная брюнетка. Спасибо. Спасибо, Алексей, тоже очень рад, что такие мужчины еще остались в Москве. Ну. Все. Arrivederci. До свидания, пока. Чао.